Напомним, что согласно федеральному закону о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области, семьям Электрогорска участки начали выдавать с 2014 года. Председатель организации многодетных семей Елена Белыч рассказала, какие работы выполнены на сегодняшний день. Вот эта вот лужа, которая была на линейной, вот около большой кучи торфа, вот, она там тоже, мы по максимуму слили, но сейчас дожди у нас пошли, поэтому она поднакопилась. Вот, но, по крайней мере, по максимуму сделали то, что могли. Прочистили трубу, которая вот через дорогу. Вот, Ну, это мы, я помню, да, работу проводили. Вот, то есть мы тогда сделали, и, ну, как-то и все. Некоторые семьи уже начали строительство домов. В настоящий момент специалисты подрядных организаций занимаются устройством освещения и подъездных путей на улице Линейной. Что сегодня ведется? Ведется разбор теплосети старой по улице Советской. Все короба, все бетонные блоки везем сюда. В ближайшее время начнутся работы по отсыпке и подготовке чернового варианта дорог. На участке выйдет техника. У нас у Сурена есть гидромолот. Вот такие блоки кидать невозможно, их надо поломать. Поломать, покрошить. Он их ломает, крошит, дальше их погрузчик должен загрузить в КамАЗ и отвезти туда, чтобы их начинать там высыпать. Было принято решение раз в две недели контролировать ход выполнения работ.